Всех приветствую на своем канале. Значит, утром я уже отгреб деревню. Заводится он не грея, ничего. Не знаю, в общем, не грел ничего. Отгреб, все нормально. Заводится он. Сейчас у нас где-то минус 5, минус 7. Походу у меня навернулся вот этот обогреватель. Он сразу был, блядь, какой-то не такой. Боком стоял, его варили, переварили. Ну, не понравился. Вот, а вот такой блестящий с синей крышкой, охренительный, нормально все работает. Стоит у меня здесь магнитон, родной, настоящий. Сейчас хотел купить такой. 18 тысяч, короче. 17 с чем-то, 18. Жесть. Не стал брать, взял за 7900, что ли. Взял Юбана. Вот такой обогреватель охренительный. Там, по-моему, сгорел кипятильник. Ну, я не стал разбирать, как бы, морочиться. И купил его. Нашел его дешево, снова купил его за... 3200 купил новый, тот переберу, брошу в запас и будет. Ну, это к разговору, а что было, почему не крутило. В общем, этот трактор мы поменяли гильзы, вкладыши и кольца поршневые. Пробило прокладку после моей похоты, я ему дал маленько жару. Стала газы кидать в радиатор, и я перед сезоном заморочился и стал все это дело перебирать. В общем, в результате выкинули 4 гильзы новых, поршневые кольца и вкладыши. Ну, естественно, прокладку и головку шлифанули. Все нормально. И он стал хреново заводиться, то есть мотает, мотает, кидает. Форсунки. Распылители они поменяли, все форсунки отрегулировали, все нормально. У меня такое ощущение, что у него маленько подсел насос. И он на холодную ни в какую, то есть очень долго мотает, из-за этого садятся аккумуляторы и не заводится. Но чуть-чуть подогреваю, буквально полчаса, минут 40 обогреватель стоит. Вот прихожу, дрынь с полтыкой, все заводится. Сейчас завел я его для того, чтобы у нас кончилось сено, сенаж. Я сейчас перекину рулон для кормежки сена и поеду за сенажом, съезжу. Сенаж, наверное, возьму, чтобы не париться, суховатый, чистый сенаж, потому что основное я готовил мокрый сенаж, так называемый силос. И сейчас возьму сухой и, наверное, открою вам на видео, покажу, что там происходит внутри. А так у нас рабочие будни. Так, ну ладно, смотрите. Так, ну вот так вот это у нас все выглядит. Там за кучей похота у нас, гектар, наверное, 5. Так рулона, не знаю, там рулонов 300, наверное, 400. Сейчас поеду снова возить сено, небольшой ремонт. Стартер работает на ура. Все нормально. Единственное, детские растяжки вон у нас стоят. Это длинные, надо родные поставить. В общем, рвет их нахрен, как в детском саду калоши. Так ты, Виталий, открути его полностью-то. А
Есть их до хрена, конечно, он кривой, нах. Его выкинуть нафиг, да и все, нах. И длинный он, нах. Покороче поставим родной, нах. Сейчас поменяем. Так, полдня просуетились, навеску собирали, растяжки, хуяшки, ну, это херня. Сейчас сделал один рейс с поля, привез сено. Во-первых, блядь, этот гидроусилитель сыпного веса, блядь, запарил меня всю дорогу, блядь. А во-вторых, вот подарочек. Еще через эту говнявую лужу набрал целую, блядь, покрышку, ну. Сейчас будем вывешивать. Да этот, скинем его, а то все замерзнет, будет завтра жопа. Так что вот так, коротенький сегодня день был, рабочий. Так, ну, наверное, уже третий или четвертый день пытается снять это видео. С поездками, с вывозком. Вывозом этого сена с поля по одному рулону вожу. Дорога маленько хреновенькая. Вчера не получилось возить, воскресенье было. И камеру пропал. Рол колесо пипку оторвал. И не получилось вчера возить. Вот сегодня в обед. Пока разгребся со всеми тракторами. Приехал первый рейс. Буду брать сено. Надо раздвинуть побольше, чтобы поближе его. О! Даже высоковат. Задрал я его. Сейчас покажу внешне, как это все выглядит. Бим, пойдешь? Иди прогуляйся, пойдем. Пойдешь, нет? Давай, давай, давай. Сейчас отойдем, покажем. А, это усилитель сыпного веса. Включается. Да, надо сейчас поправлю, а то кадр такой, объектив. А, он стяжку уже оборвал. Так что сейчас и здесь закончится. На этом рулоне весь наш поездки за сеном. Да, стяжку вырвало одну резьбу, а вторая вся откручена. Так что вот так. Сейчас второй, может, что придумаю, привезу рулон, да. И все. А, блядь. Стяжку 100 откручу сейчас. Блять, потеряю по дороге. Поеду потихонечку. Так что как бы. Вот. Так, очередной раз, блин. Едет за рулоном сена, но вроде я накатал дорогу. Завтра попробую на куновском прицеп отсюда вывезти, а сейчас вот этот рулон привезу и накину цепи на колеса. Сейчас посмотрим, если смогу, значит, сниму видео. Если нет, завтра, значит, с утра буду цепи накидывать на колеса и на куновском привезу прицеп сена отсюда.
Так, подъехали к рулону. Возле самой пахоты. Так, сейчас, ну, отъедем. Проверим навеску. Сегодня ездил, покупал петли, стяжек, и поставили, взял оригинал, эти китайские вообще ни хрена не держат. Так, чем плохо сетка зимой, особенно в феврале, ее от земли стекает по ней этот снег, дождь. Ее начинает от земли рвать. Вот единственный минус сетки. А если в марте вывозить, то там без проблем. Конечно, остаются. Бывает, и рвет ее от земли. Но, да нет, растяжки все целые, все нормально. Надо же форточку открыл, жарко ей стало. Так, ну ладно, вывожу сегодня. На сегодня все, наверное. Попробую цепи поставить. Настоящая зима. Ну, снега не очень, но вот так вот вывозим. А не вот в обувь поставить, да-да, прям сюда пролезешь. Так, еще немного сена осталось. Там, не знаю, вдалеке рулонов 400, наверное. А, еще на втором поле там. Да, первый там. Рулонов 50, да. Приехал домой. Уже, наверное, видно, совсем не будет. О, в газель сейчас буду пихать сено. Еще надо за одним съездить.
не знаю, поедете со мной, нет?